А еще в США учеников хоронят в целях профилактики. Вот такой способ обучения вела у себя одна из американских школ. На внеплановой тревоге ученикам рассказали, что их одноклассники погибли в результате ДТП по вине водителя, который якобы пользовался мобильным телефоном за рулем и не заметил детей. Поднялась паника во время линейки. Некоторые дети стали плакать, рыдать, они звонили родителям. И в этот момент организатор сообщил, что история – шутка. Он ее полностью выдумал. И все дети живы. Цель же такого учения – максимально ярко показать опасность использования телефонов за рулем. Вокруг этичности такого подхода сразу разгорелась дискуссия, но студенческий совет сделал вывод, что лучшего способа донести информацию до беспечных подростков нет.